два замечания. Да. Первое, как-то ты неправильно начинаешь разбор. Я вот недавно смотрел этих наших так называемых блогеров, я не знаю, как правильно назвать, в ролике про Константина Семина. Первонаперво... Константин Семин сам про себя снимал? Нет, это у него там, я забыл, как называется. Ну, первонаперво надо оппонента оскорбить, желательно матом. Назвать его какими-нибудь там этими эпитетами, я не знаю. Эпитетами? Да, по-моему, после таких заявлений люди должны с жизнью прощаться, ну уж как минимум со здоровьем. Но поскольку эти люди, они заранее распрощались с мозгом, то смотреть как-то просто странно. Вроде не подростки, всем там, я не знаю, хотя бы за 30 уже есть. Как себя вести? Родители не учили, что ли? Поэтому как-то у вас не по видеоблогерски получается, Клим Александрович.